В самом сердце технологических инноваций Китай представил миру революционное изобретение робота-поводыря на базе искусственного интеллекта. Этот шедевр инженерной мысли обещает перевернуть жизнь людей с нарушениями зрения, предлагая беспрецедентный уровень независимости и мобильности. Оснащенный передовыми датчиками, новейшим искусственным интеллектом и стильным, удобным дизайном, этот роботизированный компаньон готов стать незаменимым помощником в навигации по сложному современному миру. Представьте себе мир, где ограничения, связанные с потерей зрения, значительно сокращены. Этот робот-поводырь представляет собой огромный шаг к этой реальности, позволяя людям вернуть себе самостоятельность и уверенно взаимодействовать с окружающим миром. Его интеллектуальная система навигации в сочетании с возможностями обнаружения препятствий в режиме реального времени обеспечивает безопасное и эффективное передвижение, будь то навигация по переполненным улицам или маневрирование в узких коридорах. В то время как традиционные собаки-поводыри уже давно признаны верными спутниками и бесценными помощниками для людей с нарушениями зрения, их использование сопряжено с рядом сложностей и ограничений. Появление роботизированных альтернатив представляет собой ряд убедительных преимуществ, которые могут значительно улучшить качество жизни людей с нарушениями зрения. Одно из самых значительных преимуществ заключается в области обучения и обслуживания. Обучение собаки-поводыря – это трудоемкий и ресурсоемкий процесс, который часто требует месяцев или даже лет специального обучения. Тренеры должны быть высококвалифицированными, а процесс обучения требует постоянного внимания и корректировки. С другой стороны, роботов-поводырей можно использовать гораздо быстрее, и они требуют минимальной настройки и калибровки. Это позволяет сократить время ожидания и быстрее начать использование. Кроме того, роботы-поводыри исключают текущие расходы, связанные с питанием, ветеринарным уходом и другими расходами, присущими уходу за живым животным. Это делает их более экономически выгодными в долгосрочной перспективе. Этот фактор доступности делает их особенно привлекательным вариантом для людей и организаций с ограниченными финансовыми ресурсами. Роботы-поводыри могут быть доступны большему числу людей, нуждающихся в помощи. Долговечность и надежность роботизированных систем также дают явное преимущество, обеспечивая стабильную работу и снижая риск непредвиденных сбоев из-за болезни или травмы. Роботы могут работать в различных погодных условиях и не требуют отдыха, что делает их надежными спутниками в любой ситуации. А на суровых просторах Норвегии свой след в мире оставляет другая порода роботов. Эти роботы сражаются с одной из самых опасных стихий на планете. Эти роботы предназначены для того, чтобы противостоять мощным и разрушительным пожарам, которые могут уничтожить целые леса и поселения. Норвежские инженеры разработали робота пожарного, способного выдерживать сильную жару и бороться с пламенем с поразительной эффективностью. Это технологическое чудо представляет собой значительный прогресс в области пожаротушения. Оснащенный мощными водяными пушками и жаропрочными материалами, этот робот может проникать в места, слишком опасные для людей. Он может перемещаться по заполненным дымом зданиям и находить пути через завалы. Этот робот-пожарный действует как умножитель силы, позволяя пожарным сосредоточиться на стратегических задачах. Волна инноваций – борьба с биообрастанием с помощью роботов. Тем временем, по ту сторону Атлантики, американская изобретательность породила другой вид водного героя-робота, созданного специально для очистки кораблей. Эта инновация направлена на решение постоянной и дорогостоящей проблемы в морской отрасли – биообрастания. Биообрастание – это скопление морских организмов, таких как ракушки и водоросли, на корпусах судов. Это накопление создает сопротивление, снижая топливную эффективность и увеличивая выбросы. Традиционные методы очистки корпусов судов связаны с привлечением водолазов или постановкой судна в док, что отнимает много времени и средств. Новая роботизированная система очистки предлагает более эффективное и экономичное решение.
Робот крепится к корпусу судна и использует специальные щетки или водяные струи для удаления биообрастаний. Его компактные размеры и маневренность позволяют ему добраться до труднодоступных мест, обеспечивая тщательную очистку. Раздел 6. Новейшее блюдо Кремниевой долины – кулинарная революция. Кремниевая долина представляет революционного кухонного робота. Этот робот меняет саму суть кулинарии, превращая процесс приготовления пищи в нечто новое и захватывающее. Представьте, что вы приходите домой, и ваш робот-повар уже знает, что вы хотите на ужин, и готовит это с идеальной точностью. Этот робот готовит ваши любимые блюда с точностью профессионала, экспериментируя с новыми рецептами и создавая уникальные шедевры. Он запоминает ваши предпочтения, учитывает диетические ограничения и предлагает новые блюда, которые могут вам понравиться. Этот уровень автоматизации и персонализации может изменить наше представление о приготовлении пищи, сделав ее более доступной и приятной для всех.